чувственного юмора и блеска. И в исполнении 11-го Б сейчас зал замолчит как раз. И я смогу объявить, что в исполнении 11-го Б мы будем смотреть танец, который завершит наш сегодняшний фестиваль. А танец этот называется кардиобалет. Что-то такое от кардиологии и от балета, не знаю. Давайте посмотрим. Аплодисменты на сцене 11 класс Б. Держи название, сейчас буду. Алло. Зинаида, ты? Зинаида, ага, это я, Аполлинария. Вот что-то скучаю, да. Думаю, тусняк замутить. Согласна? Ага, тогда девчонку клуба. Девчонок собери, Михалыч не забудь, да? Потрясающий сегодня получился фестиваль. Вы согласны со мной?
Ребята, здорово, интересно, со вкусом. Такой хороший уже уровень, такой прекрасный интерес, такой выбор. Я поздравляю нас всех с этим потрясающим творческим праздником. Я очень за вас, за всех рада. Вы большие молодцы! Аплодисменты всем! Смотрела, когда все номера, там вот около меня ребята разные сидят, и вот все мне в ухо шепчут. На таком уровне старшие еще не танцевали. И вы знаете, у меня сразу появилась идея. Мне всегда очень жалко наших замечательных родителей, которые просто не умещаются на наших праздниках. Поэтому я думаю, что мы должны будем повторить наш фестиваль для наших родителей. Мы обязательно назначим день. Пригласим сюда родителей, усадим их в зале и покажем, какой шикарный праздник мы готовим каждый год. Всем спасибо! Я